Впервые в Казанском федеральном университете на базе Института филологии и межкультурной коммуникации осуществляется набор по двум профилям подготовки. Один из них – изобразительное искусство и иностранный язык. Эта программа направлена на подготовку специалистов, имеющих знания, умения, навыки в области изобразительного искусства. В сфере изучения фонетики, лексики, грамматики английского языка, умеющих работать с онлайн-ресурсами. Программа рассматривает изучение дисциплин по изобразительному искусству, по рисунку, по живописи, композиции, компьютерной графике, истории и теории искусства, а также углубленного изучения английского языка и, соответственно, изучение татарского языка. В будущем выпускники программы смогут работать учителями изобразительного искусства, технологии черчения английского языка. Студенты, которые выберут профиль музыка и иностранно-английский язык, смогут быть учителями музыки в общеобразовательной школе, а также преподавателями различных музыкальных дисциплин в школах искусств, поскольку программа предполагает комплексную подготовку в данной предметной области. Практики по данной программе БРУ будут проводиться как в Институте филологии, так и планируются практики в школах, в полилингвальных школах, соответственно, в школах искусств. Вот. Также в дошкольных учебных заведениях и в системе дополнительного образования. Отметим, что реализация данных программ осуществляется Институтом филологии и межкультурной коммуникации в рамках государственной программы подготовки национальных педагогических кадров. Елизавета Никитина, Универньюз.